Дорогие зрители, а также подписчики нашего YouTube-канала, об этой трагедии вам никто не расскажет, кроме нас. Это практически закрытая информация от всех средств массовой информации. На данный момент вы одни из первых, кто об этом узнает. Рано утром с нашим любимым российским певцом и музыкантом Владимиром Кузьминым случилось большое горе. Сегодня рано утром Владимир Кузьмин в Санкт-Петербурге должен был выступить на одном из концертов. К сожалению, на концерт он так и не доехал. Опаздывая, рано утром он вызвал такси для того, чтобы успеть на концерт. Когда они доехали до места назначения, таксист, который вез Владимира Кузьмина, заметил, что Владимир Кузьмин на заднем сиденье спит. Он попытался его разбудить, но позже понял, что Владимир Кузьмин находится в бессознательном состоянии. Таксист сразу же вызвал скорую помощь, на которую Владимир Кузьмин был доставлен в больницу, где сейчас и находится. Нам от врачей уже стало известно о том, что, оказывается, Владимира Кузьмина по дороге поднялось сильное давление, и он потерял сознание. Ему еще с утра не здоровилось, как говорят родственники, но уговорить его отменить концерт никто не смог. Сейчас Владимир Кузьмин находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь. Мы продолжаем следить за развитием данной трагедии. Будем надеяться, что уже завтра утром на нашем канале выйдет выпуск, который будет продолжением этой трагедии. До скорых встреч, друзья, на нашем YouTube-канале.